Всем привет! С вами Незераус, мы продолжаем проходить Resident Evil 4 на уровень сложности профессионал. И сейчас мы отправляемся исследовать, что же нас ждет далее. Здесь мы перезарядиться. А как же? Можно не перезарядившись идти. Так, может было, кстати говоря, здесь сохраниться. Кстати, здесь ничего нет, что-то. Почему здесь ничего нет? Я шучу, я не бойся. Уии! И вот сюда. Разобьем эти. О, отлично, патрончики к дробовику. Я вот даже до сих пор не знаю, чем я буду убивать нехороших людей, которые сейчас на меня будут нападать. Ну, не сейчас, а в приличном будущем. Так, орнамент. Бам. Кстати говоря, что это у меня камень не смешан в маску? Оказалось, найти пурпурный. Я вот не помню, где он находится. Вот, к своему стыду, не все сокровища помню досконально, где находится, поэтому... А, нет, я, кажется, вспомнил. А, нет, 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 не вспомнил. Там, где я подумал, что я вспомнил, находится немножко другая вещь. Так, ну граната у нас лежит без свечения, значит, она не пропадает. Значит, я могу за ней вернуться. Что хорошо. Потому что сейчас будет момент, где я 100% потрачу что-нибудь. Ну, потому что использовать лекарства сейчас явно не хочется. Да и не к спеху, на самом деле. Если граната лежит и не исчезает, то пускай лежит и не исчезает. Проблема была бы, если бы он... Ну, это, она была в свечении, значит, она планировала бы исчезнуть в ближайшее самое время. Это было бы уже менее приятно. Пришлось бы, скорее всего, избавляться, возможно, от одной и какой-нибудь другой гранаты. А так, ну, лежит себе. Ну, подождет немножко. Главное, за ней не забыть вернуться. Вот это самое главное. Так, я же, по идее, смогу вернуться, я думаю, да? Так, туда мы не спустимся. Потому что мы не захотим пешком идти. Там довольно длинный путь, судя по всему. О, патрончики. Нет, с патронами тут вообще дефицита нет все-таки. Если играть более-менее аккуратно. Бог. Так, ну тут вообще все. Аж от пола все отражается. А, вот, кстати, картина, не являющаяся портретом Садлера, который можно уронить. Это к тому, я как-то в одной из прошлых серий сказал, что портреты Садлера можно ронять. Но большая часть все-таки действительно портреты самого Садлера можно ронять. Кстати говоря, это что? Так, а вот эта наша штучечка исчезнет.
Да. Нехорошо, конечно. Не, ну... Так, давайте я чуть подожду, если они начнут исчезать, я сейчас их подберу, хотя бы все, что влезут. Они не хотят исчезать, вроде как. Я тут подождал некоторое время. Давайте попробуем. Вдруг они действительно не исчезнут. Ну, конечно, если исчезнут, обидно, но... Ну, ладно, ничего не поделаешь. А нет, вон они лежат. Тогда непонятно, почему у них есть аура. Ну да, я как-то забыл, что предметы с белой аурой вроде как стараются не исчезать. Так, это что? Ага. Здесь, кстати, травиночка есть. Вот этой части, кстати говоря, где... Ну, вообще, вот этого коридорчика на легком уровне сложности нет. Кто-то решетка стоит. Вот здесь вот висит решетка. Соответственно, вот этот коридор не надо проходить на легком уровне сложности. Не очень понимаю, зачем. Но, кстати говоря, все вот эти обрезанные локации на легком уровне сложности исключительно в этом, в замке находятся. То есть ни деревня, ни остров не пострадали. Wait. Так, вот здесь у нас сейчас будет опасность. Wait. А? Да что ж такое? Нажать-то я успел кнопки, а вот отпустить нужные я не успел. То есть отпустить ненужные, наоборот. Где? А. Follow me. Wait. Так, кстати говоря, давайте-ка сделаем себе чекпоинт небольшой. Просто чтобы вот этих рыцарей больше не было. Follow me. Я уж подумал, я не могу просто выйти. Я не могу без Эшли выйти. Две большие разницы, как-никак. Так, я не экстремал. Я Эшли не потащу туда. Так, я думаю, все-таки дробовиком тут сейчас буду разбираться вот с этими вот людьми. Королевский Грааль. Так, трава есть, отлично. Ах ты гад. Да что ж такое? Не-а. Настолько плохой результат я не потерплю. Так, ладно, давайте попробуем вот этот. Тут как раз, по-моему, 6 рыцарей, каждому по одной пуле, учитывая, что я все равно могу перезарядить в любой момент. Понятно. Я снайпер просто. Так, отлично, вроде все три. Да, кстати, магна уже насквозь пробивает. Дробовик-то не лезет. А, что же делать? А, ладно, давайте.
Серьезно? Издеваешься? Нет, ты издеваешься. Ну, я думаю, 15 патронов. Так, ладно, давайте чуть-чуть постреляем вот по этим вот. Так, эти более быстрые. Так, минус один. Хотя ладно, идите нафиг, буду я на вас дальше тратить. А-а. Да ты козел. Так, осталось еще одного выбить. Даже сейчас потрачу лекарств, опять же, не страшно. У меня этих лекарств много. Фига себе вы. Иди нафиг, короче. Уф, наконец-то. Так, ну и используем лекарство. Забили эту толпу. Не очень приятные противники, но в большей степени из-за того, что место очень ограниченное. Казалось бы, довольно большой зал, а вот места все-таки в нем не хватает. Ладно, это место прошли. Так, надо вот здесь вот собрать пули. Ага, собрать, конечно. Follow me. Wait. Хотя, кстати, можно. Да, я, пожалуй, все-таки опять сделаю еще одну смесь. И за теми патронами надо вернуться. Пошли. Так, ну вот, кстати говоря, место, чем время, ну и место тоже, чтобы перезарядку сделать своему оружию, пока еще не пришло. Вот тому магнуму. Все-таки эти враги слишком быстрые, чтобы нормально спокойно их с магнумом выцеливать. Так. Wait. Что у нас тут? Пока ничего. Follow me. С тем, что будет потом, разбираться тоже будем потом. А, так, тут сейчас у нас небольшая такая задачка, даже головоломка я бы это не назвал, скорее. Именно чисто вот задача просто взять и подвинуть вот эти штуки на вот эти плиты. Опаньки. Тут ромпом. Так, ну эта дверь не открывается, поэтому идем. Wait. Так, короче, Эшли. Стой вот здесь пока. Wait.
Follow me. Неудачник, товарищ Салазар. Ты просто неудачник. Признай это. Я ему сломал ловушку, он даже не успел этого сообразить. Он же типа в этой комнате сейчас находился. Так, кстати, сейчас мне вот эта замечательная пушка пригодится. Да, можно просто и так обезвредить ловушку до того, как попадем в комнату. Так, нет. Да что ж такое? Да промахивался, называется. Ну и трясется, конечно, все. Так не скажешь, что едет, а всего лишь одна этот бурмашина какая-то. Как ее правильно обозвать? Так, Грааль Королева. Тот был Грааль Короля. Неправильно его назвать было Королевским Граалем, как я, по-моему, ее обозвал. Кстати, вот так нельзя подойти и ушататься от нее, к счастью. О, здорово. А, ладно. Да ладно, оставим эти 6 патронов. Но сюда уж явно возвращаться я не пошел бы. А, ну да. Конечно. Кстати, интересно. Чисто такой спортивный интерес. Можно ли заново открыть эту дверь? А-а, не открывается больше. Follow me. И чисто еще один спортивный интерес. Попробуй, если набросить пластину, освободить. Просто так, чисто для интереса. Может быть. Ну, было бы интересно, если бы можно было эту штуку открыть. И там какая-то такая секретка лежала бы. Так, дальше мне куда? А, ну мне сейчас уже туда. Wait. Хотя если стоит теперь здесь. Так, мне не нравится, что там лежит предмет. Кстати, я мог дробовик перезарядить и взять все пули пистолета. Я не заметил эту неполную пачку патронов. Я подумал, у меня все полные лежат. Хочу пропустить эту предметку. А, как же надо было так промазать-то? Скорее даже неправильно, просто как можно было так промазать-то? Wait. Я вот это тоже просто хочу разлить, чтобы все они сюда шли. Ох, черт. Так, эмулятор сел у нас. А, давайте вот эту комнатку сейчас допройдем и закончим на этом серию. Это что разбилось? Мужик, тебе что, щит стеклянный? Или это я в окно попал? Эмулятор, вставай, давай. Да что ж такое?
Wait. Берем дробовик. Не хочу снайперов тратить на них сейчас. Иди сюда. Иди сюда. Да, видимо, это я каким-то образом попадаю в стекло, которое находится вот за этим столбом, в который я сейчас целюсь. Так, с таким сидящим эмулятором это не вариант пытаться их ножом сейчас резать. Так, ладно, давайте быстренько собьем еще вот эти штучки. И надо уже быстренько искать. А, вот, кстати, вот у нас сокровищник лежит. Значит, я ее нигде не пропустил. Я просто знаю, что она где-то заметно позже вроде должна быть, чем... Остальные, вот она действительно заметно позже, чем остальные. А да, вот я стекло разбил. Ну ничего, я думаю, товарищ Салазар меня за это особо сильно ругать не будет. Так, где у нас сохранение? Должно быть где-то здесь же. А? Я здесь дверь какую-то пропустил, серьезно? Тьфу, блин, действительно, я ту дверь пропустил. Так, что у нас продает торговец, мы узнаем в следующей серии. А на этом я благодарю вас за внимание. Таким вот срочным образом пришлось заканчивать серию. Оставляйте комментарии. До новых встреч. В следующих сериях.